Этим людям свойственна склонность к самолюбованию. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. На слух звук «ю» в этом имени воспринимается неоднозначно. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Лидеры по натуре, они не привыкли уступать и зачастую проявляют свой деспотичный характер. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. У обладателей этого имени есть прагматичная способность к аналитическому мышлению. Стремление во всем докопаться до первопричин составляет отличительную черту людей этого имени. Если они не сумеют умерить свои непомерные амбиции, они не смогут наслаждаться жизнью и результатами своего труда, поскольку, покорив одну вершину, тут же начнут карабкаться на новую. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.